Здравствуйте! Подпишитесь на канал, ставьте лайк, я буду очень рад. Для того, чтобы изменить, то есть, когда мы видим объявление, мы хотим изменить имя. Ну, посмотрим, например. Смотрите, шины, кто продает? Кана продает имя. Имя это не имя, но он сократил. Давайте еще раз объявление посмотрим. Кто продает? Он просто выставил свой номер. Тоже вариант. Давайте теперь мы тоже изменим свое имя. Заходим в профиль. Так, заходим редактировать. Да, вот, редактировать. И мы изменяем имя. Самое удобное. Для маркетинга можно разное выбирать. Продаю, как бы все дешево, либо так. Просто качественно. Либо товары по скидке. Конечно, по-любому будете обращать внимание. Но я думаю, если вы ИП, либо юридическое лицо, почему вы такие имя не писать? А если вы продаете просто для себя, просто избавиться от каких-либо вещей, просто пишите свое имя, там, либо по-своему смотрю любое, нажимаем сохранить, и все. Товары по скидке. То есть теперь будет выглядеть мое объявление. Да, я хотел объявление свое посмотреть, но здесь почему-то не видно. То есть я смотрю как-то свое объявление, поэтому может. Ставьте лайк.